friends. Эллен, Роберт. А вы поснимали наших друзей Синтию и Матиаса? Да, да, да. Которые были здесь. The problem is I don't see where the enter. Where are you? Action, guys! Action! 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 Мы устраиваем первый международный кинофорум приключенческого кино. Мы устраиваем его в Туле по той причине, что я являюсь советником губернатора Груздева по спорту. Тем не менее, я уже много лет, как вы знаете, снимаюсь в кино, поэтому стараюсь сейчас раскручивать не только спорт, но и кино. И мой любимый жанр – это приключенческое кино. И я считаю, что добро должно быть с кулаками, должно быть благородство, должна быть любовь, должны быть приключения. И все это есть в экшн-фильмах, которые, собственно, мы следующие три дня и будем представлять в Туле и Тульской области. А презентуем все это здесь, в Москве. Мне приятно, что столько здесь моих друзей. И мне приятно, что здесь Эдриан, Синтия, Матиас, Роберт. Вот, и надеюсь, что в следующий раз мы не три дня будем показывать абсолютно бесплатно приключенческое кино, а целую неделю. Вот, так что приезжайте, приезжайте к нам в Тулу. Не думали снимать комедии или еще какие-то фильмы? Нет, я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Каждый жанр имеет право на жизнь, но мне нравится приключенческое кино. Я считаю, что у нас есть прекрасные мастера комедий. Я сам обожаю Рязанова, я обожаю старые фильмы Ролана Быкова, вырос на них. Вот. Тем не менее, я делаю приключенческое кино. Эдриан знаменит благодаря приключенческому кино. Синтия – легенда приключенческого кино. Экшен – это то, что мы, собственно, и пропагандируем. А скажите, а вы являетесь активными пользователями интернета? Ну, я-то однозначно являюсь. Эдриан, how often do you use internet? Every day. Активный пользователь. Синтия, how often do you use internet? Probably four times a day. Кстати, я залезала сегодня на вашу страничку в Фейсбуке. Это действительно ваше? Это, или это... Is it real you in a Facebook or it's a fake? Is it really you? Well, it's really me on the Facebook, but I don't... I Twitter most of the stuff and most of the things on my Facebook page are handled by somebody else because I can't reply to everybody. So I just inform people on my Twitter and it goes automatically to my Facebook. В основном Твиттер, как видите, использует Эдриан. Хочу вам что сказать, что я последний, кто подключился к Твиттеру. У меня тоже теперь есть Твиттер. I'm the last one who jump into the Twitter. Are you in Twitter? Huh? Are you in Twitter? Yes, but I do Facebook more than Twitter. I have to remember to do Twitter. So I have like five Facebook pages. And I try, if someone says other than how are you, I try to answer them, and it takes up a lot of time, so that's why I'm on the internet a lot. Синди тоже говорит, что у нее порядка пяти своих страниц в Фейсбуке, что она... Я думал, что я последний, кто подключился к Твиттеру. Так оно и есть. Не-не-не, она уже там. Она уже... А вы в Твиттере, кстати? Нет, в Твиттере нет, только в Фейсбуке. То есть вы последний будете в Твиттере. Да, так что, друзья, активнее тоже пользуйтесь интернетом. А скажите, а вот как вы относитесь к пиратству, когда вот фильмы появляются раньше в интернете, чем в прокате? Как это? Вы знаете, я считаю, что об этом говорить можно долго, но это большая проблема. Это большая проблема для кинематографистов. Как зритель, конечно, я понимаю тех, кто хочет быстрее увидеть что-то. Как продюсер и как актер, я понимаю, что это именно то, что убивает кинобизнес. Да, поэтому, друзья мои, не качайте вот эти все пиратские штуки. Идите в кинотеатры, получайте настоящее удовольствие от кино. Вы talking about piracy in internet. About piracy, how bad it is for film business. And just me, what happened about it in America? It's a huge piracy, right, in American internet? Well, you can't stop it, unfortunately. I mean, well, you can police it as much as you can, as you want, but in reality, it's a download, and people can find ways to get things, and it is a problem. You know, it's piracy is a tough thing to control. Вот Эдриан ответил вам, я думаю, что те, кто говорит по-английски, Эдриан сказал, что, к сожалению, что это нельзя остановить. What do you think about piracy in internet, Cynthia? I agree. I think in America, though, they're really trying to crack down on it. You know, they're trying to get on it a little bit more than some other, because you have the unions and stuff like that. So. Yeah, it is. I don't think it is in other countries it's as big a problem in America, but it's still a bit of a problem.
for film business, yeah. Пытаются это остановить в Америке, но, как и во всем мире, это сделать очень тяжело. А скажите, пожалуйста, а вот у нас хотят ввести цензуру интернета. Как вы к этому относитесь? Ну, сначала я вам отвечу, да, что когда, к примеру, в Яндексе написано «найдется все», и потом они пишут, что «найдется не все», и это серьезный протест, да пускай в Яндексе найдется не все. Пускай дети не смогут смотреть весь тот кошмар, который не могут смотреть в том же самом Яндексе. Так что я за ту цензуру правильную, да, которая есть во всем мире. Я за свободу слова. Я за то, чтобы дети не могли получать ту информацию, которую им не нужно еще получать, понимаете, из интернета. А вы не думаете, что свобода слова будет как-то снижена? Нет, не думаю. И давайте спросим, Эдриан, right now there is a lot of talk in Russia about censorship in the internet. But, you know, in Russia you easily can get like child porn or whatever in the internet, and I'm talking to them that I'm greeting this type of censorship. You know, I'm for freedom of speech for sure. But if we talk about kids, we have to protect kids, right? Yeah, I mean, you really have to watch what children see and do on the internet. I mean, it's dangerous. People, you don't know people on the internet. You just hear messages, so you really have to be, I think you have to police it. You know, very strongly. So yes, I'm in agreement with that too. Видите, то есть еще раз, чтобы ваши зрители поняли нас правильно, да, бесспорно, не должно быть перегибов. Это не должно быть использовано для того, чтобы вводить какую-то дополнительную цензуру. Но то, что нужно упорядочить информацию, это 100%. То, что нужно обезопасить подрастающее поколение от всего этого дела, однозначно. Я думаю, что любой человек, даже самых оппозиционных взглядов, будет за то, чтобы дети не могли получать информацию, связанную с насилием, с порнографией. Да все против этого, ведь так? Конечно. А скажите, у вас есть домашние животные? У меня есть. У моей мамы живет чихуахуа, шрек. Маленький чихуахуа. I have a chihuahua. My mom has a chihuahua. Do you have any dogs or cats? I don't have a chihuahua. I mean, a chihuahua is like... I mean... My mom. That's actually food for my dogs. My chihuahua? Yeah, it'd be for my Rottweiler. Thank you very much. Bye-bye. You broke my heart. Он сказал, что для его собаки моя чихуаха просто может быть едой и кормом. А я сказал, что на этом заканчивается, собственно, для него кинофестиваль. Цензура, да, здесь. Пип. Censorship. Пип. Censorship. Ой, вот она. That's Cynthia's. Это Синтия. What dog is it? You also, chihuahua. You also have a chihuahua. Bobo. 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 My daughter's dog. Bobo. Yeah. You know what I realized? I realized that small dogs are like small people. They cause the biggest problems. Эдриан говорит, что маленькие собаки как маленькие люди. Самые большие проблемы. Yes, I have a smallest dog. I'm very small myself. So... No, you're not small. No, just kidding. Мы все время шутим. Это хорошо, это позитив forever. Ну что же, очень было приятно с вами побеседовать. Спасибо. Я безумно рада, мы обязательно придем на ваш фестиваль. Приходите, да, приезжайте. Спасибо. Да, и вы молодцы, что раскручиваетесь в интернете. Так что, большое, как у вас называется ваше телевидение? Рунет Стар ТВ. Александр Невский, Эдриан Пол, Сити Ротрок, Роберт Мадрид. Спасибо. Thank you so much. Спасибо. Спасибо вам большое. In the end, there can be only one. He is Duncan MacLeod, the Highlander.